Пограничники – это те, кто находится на рубеже защиты нашей Родины. Они первыми встречают гостей страны. Они же в любой момент должны быть готовыми во всеоружии ответить на угрозу ее безопасности. История самой крупной по своим масштабам Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского началась 77 лет назад и уходит своими корнями в 86-й пограничный отряд. 86-й пограничный отряд был образован 77 лет назад из частей соединений Забайкальского военного округа. Сразу после освобождения Беларуси он приступил к охране западных рубежей нашей страны. В 75-м году наши предшественники заслужили своей достойной службой присвоение почетного звания «Краснознаменный пограничный отряд». И сегодня Брестская пограничная группа является единственным краснознаменным соединением в структуре органов пограничной службы. Брестская пограничная группа охраняет участок протяженностью более 350 километров на границе с Польшей и Украиной и включает в себя порядка 2500 военнослужащих. Все они достойно и ответственно исполняют свой долг перед Отечеством, хранят верность присяге и по-настоящему гордятся службой в пограничном ведомстве. В торжественном мероприятии, посвященном 77-му дню рождения Брестской пограничной группы, после выноса боевого знамени к сослуживцам обратился командир, полковник Игорь Гутник. Вот был непростой прошлый. Мы молодцы. Спасибо коллективу за то, что мы выполнили поставленные задачи и выполнили качественно. Это заслуга ваша, всех нас. Вот итоги за 2020 год. На участке пограничной группы выявлено задержано 33 нарушителя границы из 9 стран мира, 268 нарушителей законодательства государственной границы, 215 нарушителей правового положения стран и граждан и лиц без гражданства, ликвидирован один канал незаконной миграции. Всего за 2020 год в пунктах пропуска пропущено более 2 миллионов человек. А вообще в спокойный год мы пропускали 6 миллионов 700 тысяч. Представляете, какой объем работы выполняется нашим коллективом. Командир подвел итоги прошлого года, зачитал поздравительное послание председателя пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанта Анатолия Лапо и лично поздравил всех собравшихся с памятной датой. Поздравляю с днем образования воинской части. Желаю вам всегда с гордостью носить воинское звание пограничника. Никогда не ронять своей чести и достоинства. Желаю вам, вашим семьям, ветеранам, добрых свершений, успехов в службе и труде на благо нашего Отечества. С праздником, уважаемые друзья! Самые достойные в этот праздничный день заслужили право получить почетные награды за примерное несение воинской службы. Это всегда приятно получать награды, тем более в такой знаменательный день, 77-я годовщина пограничной группы, в окружении своих сослуживцев, командования и друзей, гостей. Государственная граница – это и покой самой страны, поэтому это всегда почетно, и каждый из нас ощущает определенную толику гордости за выполнение вот этих мероприятий, задач по охране государственной границы. Своим сослуживцам воинской части хотелось бы пожелать в первую очередь это спокойствие, как говорится, чистого КСП и действительных документов, а также успехов в выполнении поставленных задач. В честь события был подготовлен большой праздничный концерт, а также прозвучало множество теплых слов благодарности за нелегкую и ответственную службу в пограничных войсках республики. На мероприятии присутствовало командование, личный состав, а также гости и члены семей военнослужащих. Семьи пограничников всегда ценят время, когда сами пограничники дома и очень их любят и ждут. И желаю всем пограничникам здоровья, много выходных и чтобы их всегда любили и ждали дома. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.